На первый взгляд, в поселке Афипском расположился обычный пост ГИБДД. Однако ловят в этот раз не нарушителей правил дорожного движения, а должников. Ведется рейд совместно с нашей службой судебных приставов и налоговой службой по выявлению задолженности по налогам, алиментам и имеющимся штрафам. Вместе с сотрудниками служб работает вот такая камера. Это мобильный комплекс «Дорожный пристав». Радар определяет номера машин и проверяет их в своей базе данных. Если в процессе поиска обнаруживаются долги, автомобиль останавливают сотрудники ГИБДД. Происходит поиск довольно быстро. За то время, пока должник доезжает от радара до сотрудников автоинспекции. Самостоятельно искать должников довольно сложно, поэтому судебные приставы прибегают к помощи других ведомств. Эта практика оказалась весьма эффективной и позволила завершить много исполнительных производств. В ближайшее время подобные рейды пройдут во всех поселениях района.